смотрю на вас, а вы, видимо, не заметили, что вот Леночка в тот раз-то плакала, а в этот раз улыбается. И она одела платье, которое вы ей привезли, а вы даже не заметили. Леночка, вы, моя хорошая. Видали? Вот же просили одеть, вот мы одели. Смотрите, какая красота. А, это сегодняшняя. Сегодняшняя. Ух ты, быстро. Мы специально его везли на вешалке, чтобы не помялось. Вот так вот. А где кошечки твои, Лена? Кошечки где, спрашивают, Лена? Мы же помним, что ты кошечек любишь. Он все уже вырос. Наверху оставил. Они спят. Отдыхают, да? Сколько Лена-то лет? Тоже, как и в то лето, нам всем детям дали подарки. Настолько они все понравились. Футболку очень красивую с Грецией и бейсболку красивую. Так что у нас вот теперь вот еще такие подарки. Прямо очень понравились. Зарубежные гастроли, да, получили? А Татьяна рассказывала, что вы российские гастроли по монастырям. Ну, еще бы хотелось нам, еще бы, но у нас нет автобуса. И как мы не просим автобус, например, вот у нас у мэра, вот у нас новый мэр в Александрии, он тоже нам помог. У нас почти все, за исключением, может быть, 4 человек маленьких, в новых спортивных костюмах, в новых кроссовках. От мэра. Да, это у нас первый раз такое, что почти все дети пошли в новых костюмах. Мы вот очень рады. Здорово. Не знаю, рады ли они, а вот я вот очень рада. Ну, такое, правда, редко бывает. Иногда даже бывало, что бывает делом так, что штаны от одного берем костюма, куртку от другого, чтобы собрать что-то. А тут не только ничего не собирали, а вот еще все и было. В этом году так у нас здорово как-то получилось. И вот еще одну песню они для вас готовили. Давайте ее, да? В огромном, в котором
ножками. Лена, ножками. И ноги всегда внутри.